хочу вам сказать, что информационные, государственные информационные ресурсы должны возглавляться патриотично настроенными людьми, защищающими интересы Российской Федерации. Это государственные ресурсы. Именно так и будет. Что касается частных, нормально. Их у нас много, кстати говоря, средств массовой информации частных. И они имеют право и должны отстаивать ту точку зрения, на которую ориентируется их электорат. Ну, говоря условно языком предвыборных кампаний. Это абсолютно нормально. Это дает нам возможность и право сравнить разные позиции и при выработке окончательных решений ориентироваться и иметь в виду, в том числе и точку зрения наших оппонентов. Мы же так делаем и так намерены делать в будущем. Хочу вам сказать, что информационные, государственные информационные ресурсы должны возглавляться патриотично настроенными людьми, защищающими интересы Российской Федерации. Это государственные ресурсы. Именно так и будет.